Привет, друзья! Я так соскучилась за вами. Сегодня готовлю целых два блюда со своими новыми приспособлениями для уличной кухни, которые мне подарил подписчик из Запорожья. Поехали! Так много икры, придется готовить три блюда.
знают, что это за ингредиент, пишите в комментариях. Как у мамы в детстве. Желаю всем приятного аппетита. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями.